совершенно жестокий романс. Я жил так, как мне полагалось, в семействе своем Борчуком, а рядом она распускалась скромнейшим, поверьте, цветком. За дамами высшего цвета я был, поволочься не прочь, но видел, как странно при этом Марусю, кухаркину дочь. Росло на вождение тревожи, и вот как в романе дочь-дочь мне как-то шепнула: Сережа, Маруся, кухаркина дочь, но жизнь нас по разным причинам поставила с разных сторон, когда их октябрь не принял моих офицерских погон. Нас белые контры крестили от малого до старика, и долго мы воду мутили, пока не попали в ЧК. И вот на проклятой лубянке я как на вождение прочь гоню, но в потертой кожанке, о боже, Маруся, кухаркина дочь, Мария, что все это значит, а впрочем, о чем разговор, есть шанс у меня иначе, ведь я вас люблю до сих пор. И я вас, Сережа, любила, вот все, чем могу вам помочь. И вот Девятьград мне любима с догану Маруся, кухаркина дочь. Но пуля скользнула по коже, я лоб свой потрогал рукой и двинулся размаху ладонью. Марусь, не такой дорогой, потом мы на пару рыдали, а это безумная жизнь. Потом обнялись и стояли, стояли.